работает уже более 10 лет и включает в себя несколько групп, объединенных единой задачей – консультировать представителей, координаторов и зональных менеджеров по всем вопросам, которые возникают у них в процессе сотрудничества с компанией. Главная и основная группа в центре контакта – группа по работе с торговыми представителями. Мы работаем для представителей 6 дней в неделю, с 5 утра до 22 часов по московскому времени, для того, чтобы им было комфортно получать необходимую информацию в удобное время. Позвонив в центр контакта, представитель может получить информацию по своему заказу и платежам, проконсультироваться по продукции, программам поощрения, действующим в компании, ценам и специальным предложениям, представленным в каталоге. Представитель всегда может получить рекомендации по процедурам и правилам, действующим в компании. С 2004 года в центре контактов работает автоматическая информационная система, которая позволяет представителю самостоятельно, без участия телефонного оператора, получить ответы на вопросы по балансу, по последнему заказу, платежу, возврату, по участию в программах поощрения. Автоматическая информационная система доступна представителям круглосуточно, что, безусловно, удобно нашим представителям. Еще одним направлением деятельности Центра контактов является работа с письменными обращениями представителей, координаторов и зональных менеджеров и заявлениями, поступающими по электронной почте. Мы стремимся обработать такие заявления в максимально короткие сроки. В тех случаях, когда нам нужна консультация специалистов, например, косметологов или специалистов отдела сертификации, мы обращаемся к ним. Подготовленные ответы на письменные обращения отправляются представителям либо по электронной почте, либо в листе сообщений или в документах с заказом. В некоторых случаях ответы направляются обычной почтой. Несколько лет назад в центре контактов начало развиваться новое направление – обзвон представителей в случае возникновения непредвиденных сервисных ситуаций, а также проведение телефонных опросов представителей, координаторов и менеджеров. Для этих целей была создана третья, очень важная группа – группа обзора. Компания «Ива» стремится предоставлять нашим представителям наилучший сервис, поэтому нам важно знать и понимать, чем недовольны представители, каковы их пожелания и предложения по улучшению сервисных услуг компании. Чтобы найти ответы на эти вопросы, мы проводим регулярные телефонные опросы представителей. К сожалению, случаются непредвиденные сервисные ситуации, которые негативно влияют на удовлетворенность представителя. Например, задержка доставки заказа. В этих случаях мы обзваниваем представителей и сообщаем им об изменениях. Мы считаем, что представители должны быть проинформированы вовремя, ведь, как говорится, дорога ложка к обеду. Поэтому очень важно, чтобы в базе данных хранилась достоверная, актуальная информация о номерах телефона и других контактных данных представителей. Уважаемый координатор, обращаюсь к вам с просьбой. Если у вашего представителя изменился контактный номер телефона, проконтролируйте, пожалуйста, чтобы об этом была проинформирована компания. Напомните представителю о необходимости прислать бланк изменения контактных номеров телефона, который он может найти в брошюре «Фокус на сервис». В своей деятельности мы не забыли и про вас, наши дорогие координаторы и лидер-координатор. Вы также можете обращаться в центр контактов на специальную телефонную линию. Опытные телефонные операторы готовы помочь вам и проконсультировать по всем вопросам, с которыми вы сталкиваетесь в процессе работы. В заключение хочу сказать, что в центре контактов работают настоящие профессионалы, душевные и внимательные люди, которые стремятся предоставить качественное информационное обслуживание и сделать так, чтобы сотрудничество с компанией доставляло радость и удовольствие вам и вашим представителям. Желаю вам удачи и новых замечательных успехов!